Сергей Езерский. Давно-давно меня терзают смутные подозрения. У Путина есть претензии к своему окружению. Озвучивает их Навальный. Напрямую своих коррупционеров критиковать не может. А посредством так называемого оппозиционера Навального в самый раз, польза двойная, есть возможность держать свое окружение на крючке и в тонусе, чтобы не расслаблялись, не задавались. Второе – это протестное настроение направляется в предсказуемое, управляемое направление. Есть такой прием у ковбоев. Если табун лошадей понесло, нельзя вставать у него на пути. Нужно возглавить табун и водить кругами, пока не выдохнется. Но в этом много правды. Я не могу согласиться, знаете, с чем? Что Путин этим занимается, то есть... У него есть возможность напрямую высказывать претензии, отстранять, кого он хочет. Они в такой степени изображают преданность, что там готовы там, многие самостоятельно уходить, отходить. Вон Якунин, когда уж совсем ясно стало, что он, у него проблемы с умственными способностями, но отполз там, взял какой-то кусок, начал им заниматься. Кусок пропагандистской кампании или кусок лоббистской деятельности из Швейцарии вместе с женой. Вот. А так все правильно. Это очень важно. Это же структура, очень похожая на мафию. Очень важно иметь компромат о каждого, чтобы они были повязаны. Ну, в мафии это повязано общей кровью. Ну, здесь тоже некоторые повязаны общей кровью, а большинство общими коррупционными преступлениями. Там все удивляются, там генеральный прокурор, значит, председатель Следственного комитета. Все раскрыто, все понятно, почему их Путин не увольняет. Но это идеальные кандидаты. Они повязаны вот этими коррупционными преступлениями. Уволить можно в любой момент, можно посадить. Они связаны вот этими обязательствами, лояльны до предела, до невозможности. Там действительно готовы за Путина там. Ну, не умереть, конечно, вот, но готовы на любое преступление. Этого Путина и надо. Ну и второе, тоже вы правы, протестное настроение направляется в предсказуемое направление. Там выбрали молодежь, детей. Там на их примере показывают всему остальному обществу, какие они жесткие, жестокие. Валерия Ильинична и ее Демократический союз, когда выходили на протесты, они выходили на них с целью, так сказать, добиться своего. Они дрались, они отбивали своих. Защищали. Ну, вот сейчас тоже начались протесты, в которых протестующие просто не дают возможности, вот как это происходило на митингах навальнистов. Там просто арестовывали людей, уводили, а люди начинают их защищать. Это новый фактор настоящих протестов. Реальные, настоящие протесты, которые организованы, например, демократическими партиями, ну, мы не будем наблюдать, когда нашего там сторонника пытаются арестовать, мы его будем защищать, отбивать. Вот, а здесь разрозненная толпа такая, не связанная едиными целями, задачами. У них легко отбить любого и наказать его. Вы правы.